должен. Вау. Следуй за мной, если хочешь найти своих детей. Свинья, что с тобой? Я отравился пельменями. Кто ж тебе подсунул отравленные пельмени-то? Ты тоже хочешь попробовать моего яда? Ты кто такой, червячок? Я новый босс садика Банбана. Как твой глаз? Ничего, нормалды, уже получше, наверное, очки придется носить. А что будем делать с этим? В смысле, с нами, что ли? Давай его съедим сейчас. Нет, давай его прибережем до обеда. Нет, съедим сейчас, и он мой. Фигушки, сам мой, сам посуду мой. Фига себе, ребята, у них начинается драка. Банбалина выжила, и она ищет тебя. Тебе нужно поспешить к другому выходу, иначе она найдет тебя. Ты был плохим учеником. Блин, она вылазит с двери, капец. Ты будешь наказан. Проходим. Воняет у вас. Я слышу твой запах. Да нифига ты не слышишь, крабы не могут нюхать, рассказывай. Я поймаю тебя все равно. Иди в туалет сходи, умная. Привет, как хорошо, что ты здесь. Помоги мне. Набнап разбросал мои игрушки. Тебе нужно их собрать в белой и красной ведерке. Банбалина, ты шо? Хоть бы шарик мне помогла поднять. Нет. Сам себе поможешь. Бу! Ой, извини, это была шутка. Так, ты нашел все шарики, и вот тебе секретный рисунок. Просто изучи его. Ребят, кто-нибудь его увидит? Правда я классно спрятался? Обалденно просто. Это же Валеришка. Когда я ее найду уже наконец? Надеюсь, она не найдет мой секретный проход. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Новый секретный детского садика Банбана, всем привет! Привет, друзья, мы на Валеришка Плей, продолжаем играть в крутые моды и показывать вам классные видосы. Мы в тот раз с вами остановились на том, что к нам подбежал Банбан. И такой говорит нам... Здорово! Как твои дела? Рад тебя видеть, что ты еще жив. Мы тебя тоже рады видеть, Банбан. Ты знаешь, у нас не так уж много времени, поэтому я буду очень быстр. Твой ребенок находится... Тебе, по-моему, пора убегать, что-то случилось. Привет, капитан Фиддлс. Привет, Джамбо Джош. Как твой глаз? Ничего, нормалды, уже получше, наверное, очки придется носить. А что будем делать с этим? В смысле, с нами, что ли? Давай его съедим сейчас. Нет, давай его прибережем до обеда. Нет, съедим сейчас, и он мой. Фигушки, сам мой, сам посуду мой. Фига себе, ребята, у них начинается драка за нас. А как это? А мы-то что? Так смотри, он свою граблю на всю и на весь проход. И Джамбо свою граблю на весь проход. Ребята, мы сейчас будем обедом. Господи, сейчас из нас сделают оладик и бежать надо. Да уберите руку кто-нибудь уже. Ого. Мы спонтанились. Да, мы, ребята, вообще рванули прям вниз. Погнали, друзья, начинаются наши приключения. Лайкосик нам поставьте, обязательно поддержите эту серию, если вам нравится. Мы каскадеры. Да. Ноженьки не сломались, интересно? Заходим. Нет, не сломались. Вау. Чё это такое? Они за нас там дрались. Блин. Цветы? В горшках? Или это просто горшки? Без цветов. Главное, чтобы не начали горшки. Да не нафиг тут думать. Банбалина! Нет, закрывай-то! Причем она... Ага, ловушка! Ребята, мы в комнате в ловушке. А куда идти? Кто там? Покажись! Страшно, блин! Это Банбан! Банбалина выжила. И она ищет тебя. Тебе нужно поспешить к другому выходу, иначе она найдет тебя. Ты был плохим учеником! Блин, она вылазит с двери! Капец, у нас же выхода нет! Так куда? Ну так, блин, ключи свой фонарик! Так я могу либо путь, либо фонарик. Фига себе, там смотри. Трубы прорвало у вас. Вы что, сантехника вызывайте, Банбалина, что вы тут устроили? Нет, сантехника, мы не заплатили. Видели там стулы? А как свет включить? Скажите, пожалуйста. О, заплатили за свет, молодцы. Так, там баскетбольный мячик был. Одеть что-нибудь. Вентиль. Я могу сейчас перекрыть трубу, и мы сможем сбежать. Ты будешь наказан. Кем, тобой, что ли? А ну что, опять с двери вылазит? Да западала она открывать попой двери. Погнали. Сбегаем. Закрываем. Я за тебя. Все, Банбалина, пока. Нам никогда не нравилась твоя школа и твои уроки. И математику ты знаешь фигово. Крабелла? Ребята, Крабелла. Что будет? Интересно, он добрый? Краб это что? Это новая группа детского садика. Мила. Где учатся? Цветочки! Лера, я фиалку сломал. Смотри, замок с какой-то этой. Внутри там что-то. На тебя фиалки обидятся. Наверное. Так, а ну. Точно. Ключик. Это что? Точняк. Так у нас, оказывается, если мы своим зеленым светом померцаем, у нас ключи появляются. Банбалина, видал?
Нет, ушла. Она ушла, походу. Обиделась. Ну да. А кто это? Кто ей дверь открыл вообще? Ладно, берем. Что тут у нас есть? Ножницы. Ножницы. Кусачки. И лопата. Кусачки. А ну попробуем перегрызть проволоку. Ну давай. Может быть попробуем спуститься вниз сюда, в вентиляцию. Грызется. Пролазим. Ребята, большое спасибо талант, который делает такие моды. Да. Ссылочки будут в описании. Проходим. Воняет у вас? Я слышу твой запах. Да нифига ты не слышишь, крабы не могут нюхать, рассказываешь. Стоп, он же может сейчас сюда забраться. И а, мы будем... Так у него же глаза смотрят вправо-влево, но не вниз. Фу, этот вонь. Это, наверное, потайные коридоры вот этого крабеллы. Не крутится нифига. Который он захотел, что... А, стоп. Вау. А мы тут разве... Ну куда-то вылез в другом месте. А почему ребята, тут была открыта дверь? Ребята, это потайной ход какой-то. Ой, туалет. Мы в тубзике. О, лестница, как раз вовремя. Уи-у. Надеюсь, крабы не умеют прыгать. Надеюсь, здесь нету крыс. Или каких-нибудь краб. Я поймаю тебя все равно. Иди в туалет сходи, умная. А она-то умеет как раз прыгать. Слушай, а если мы в туалете закроем? Она как раз туда пошла. И сейчас она в кабинке закроется, а мы ее закроем. Прикинь, будет ржака. Где Бамбалина, где туалет? Куда я вообще выпал? О, включай. Карточка. О, карточка. Фиолетовая. Клево. Так, ага, и открываем эту дверь. Отлично, мы в каком-то офисе. Ха! Попалась красотульная. Все, сиди в туалете до послезавтра. Пока тебя не откроют спасатели. Ты не должен был так делать со мной. Должен. Вау. Следуй за мной, если хочешь найти своих детей. Ребята, мы должны идти за крабством. Может, за крабством. Он хочет нам помочь? Наверное, ребята. Единственный. Клево, следующий мы смотрим. Лайкосик нам поставьте, ребят, поддержите эту серию. Так, там был Пикстер. Кстати, нам Пикстер, шеф Свинтус, говорит, что... Что он нам говорит? Он нам говорит, что ваша миссия — помочь мне убрать посуду, грязный мусор и... Убрать все за собой, помыть, короче, все на свете. О. А, он опять огрызки разбросал. Да короче, ты... в этом садике Бонбана кто-то очень любит яблочки грызть и разбрасывать все у себя на дороге. Причем почему-то именно яблочки. Мы так убирали застинки. Обязательно, ребята, посмотрите наши предыдущие серии на этом же канале, посвященные модам Бонбана. Очень много всего крутого. И смотрите все наши каналы, смотрите в описании все ссылочки, ребята, на все наши каналы после этого ролика. Переходите. Так, ну где ж ты, Свинтус? Я что-то тебя не сильно вижу. Предупреждение. Там на двери написано. Ага. Ой, вот еще огрызочек. Предупреждение, что там больше мусора. А, вот еще огрызочек. Подожди, я шикву собирал или не собирал? Или кто-то новый разбрасывает? Может, у меня не с кармана выпадают? Так, 3, 4, 5. Может, тебе нужно зашить дырку в своем кармане наконец-то? Наверное, придется все-таки это сделать. Так, погнали. Вау, новая... Смотрите, там Свинтус лежит, радужка. Свинья, что с тобой? Я отравился пельменями. Кто ж тебе подсунул отравленные пельмени-то? Закрыто. Даже ручек дверных нету. Фига себе. Свинтус, наверное, так в двери ломился, что все ручки пообломал. Ну не волнуйся, мы найдем, кто тебе наполнил эти пельмени ядом. Вау! Я не открывал! Они сами открылись. Ого. Обалдеть. Домовой. Шипение! Звук! Тихий. Это от тебя, Свинтус? Откуда звук? Ты тоже хочешь попробовать моего яда? Это был Нет. Тихий Стив. Это был Тихий Стив. Или какой червячок. Ну самое ржачное из всего этого, это вот этот вот оранжевый многоглазик. Вот он, кстати, стоит. Ага. Ты кто такой, червячок? Я новый босс садика Бонбана. А вас, походу, два. А, у них еще детки. Это моя девушка. Это семейка, друзья. И с ними Стинки, и малыш прыгающий вечно. Вот это, ребята, тизерский трейлер был. То есть фановский. О, продолжение. Так, извини, пожалуйста, что я напугал тебя. Продолжаем играть в школу Бонбалина. И мы на уроке математики. Ребята, оставайтесь с нами, решайте с нами. Так, будь внимателен. Твоя ошибка может дорого тебе стоить. Я могу на тебя очень сильно разозлиться. 4, мы помним. Так, здесь ответ 7. Правильно, ты молодец, но примеры будут усложняться. Как насчет такого? Как тебе 4 плюс 3? Блин, Бонбалина, я даже не знаю. Нифига не напугала, мы в обморок не упали. Okay. Хорошо, кажется, ты не пропускал уроки и довольно мало делаешь ошибок. Так, ответ 0. Я ни одной не сделала. 9 минус 7. Хорошая работа, ты отличный ученик. Извини, что я напугала тебя в лабиринте. Я думала, что ты хочешь сбежать. Я и сейчас хочу сбежать. 2. Ничего не поменялось. Так, двоечка.
Супер. Прекрасно, ты круто справился, ты хороший студент, ты можешь идти. Уходи. Кстати, Бан-Бан не напугает тебя, если ты поможешь ему собрать игрушки. Окей, на. Воу, Наб-Наб! Зато Наб-Наб напугает нас. Ну да. Очень даже. Убегаем. Блин. Я не хочу собирать эти мячики, нафиг они мне нужны, где этот выход вообще? Наб-Наб стоит и такой на нас смотрит, собирая мячики. А куда мне их, кстати, и собирать-то, я не понял. Наб-Наб, не знаю. О, привет, как хорошо, что ты здесь, помоги мне. Наб-Наб разбросал мои игрушки, тебе нужно их собрать в белой и красной ведерке. Короче, красный в красный и белый в белый. А, ну да, логично, я думал белый в красный в белый. Так, ладно, шутим, погнали. Наб-Наб, что ты так за мной подсекаешь? Шея затечет, Наб-Наб, присядь, отдохни. Бан-Балина, ты шо? Хоть бы шарик мне помогла поднять. Нет. Сам тебе поможешь. Вот вредно вообще. Лентяи все. Этот стоит вообще свои грабли расправил, мне задание дает. Там мне 2 плюс 2 задает. Короче, странная семья. Там мне Наб-Наб смотрит. Красный. Там Наб-Наб стоит вообще, не шевелится. Вот так вот смотрит. Они такое ощущение, что они какие-то примороженные. Так, ладно, погнали. Он сказал нам, что хорошая работа, но осталось совсем немножко. Еще немного, еще чуть-чуть. И он нам откроет дверь. Или схавает нас, мы не знаем. Или Наб-Наб. Но может он нам что-то даст. Может быть, ребята, у нас какой-то секрет Наб-Наба нас ждет. Бум! Ой, извини, это была шутка. Так, ты нашел все шарики, и вот тебе секретный рисунок. Просто изучи его. Окей, на. Ой, я, пожалуй, наверное, сначала лучше карточку возьму. Ага. Нафиг. И теперь рисунок. Нам точно надо его изучать. Это секретный проход. Видели, ребята, отодвигается книжный шкаф, и за ней дверь. Пока! Так, ладно, Бан-Бан, все, погнали. Итак, все. Вау, туда нельзя. Там это. Там, да. Псих. Который на нас смотрит. У нас же карточка есть, мы уже должны выйти. Проходим. Вау. А, мы здесь были. Это же этого, шефа Тодстера. Ой, шерифа. Ты вернулся, здорово. Рад тебя видеть снова. Хорошо. Вот тебе рисунок, Бан-Бан, который тебе передал. Я не могу тебе сказать, куда он делся? Это? Извини, бай-бай. Он, короче, мне сказал, что он не может мне сказать, что это. Он увидел мой рисунок и решил заховаться. Офигел. Он увидел твой рисунок. Ты в шкафу? И офигел. Ты в яме? Шериф, где ты? Вот он ты! Попался, красавчик. Ты не должен искать меня, потому что я тебе не скажу ничего. Это он мне говорит. А мы тебя и найдем. Не, я вынужден его искать, потому что он знает какой-то секрет. Он мне поможет расшифровать рисунок или открыть какую-нибудь дверь. Потому что этот рисунок, в принципе, Опа, попался. Потому что этот рисунок, в принципе, наверное, только шеф Тодстер и знает. Шериф Тодстер. И знает. Почему мне хочется назвать шериф Джефф? Потому что он был Джеффом до того, как сказали, что он Тодстер. До того, как он начал жарить тосты. Так, а где ж последний? За углом нету. Под плиткой нету, под плинтусом нету, под ковром нету. Тостер, где ты? Тостер? В яме нету. Ой, что там? Я тостер. А где он там? Тостер, где ты? Я там, где хлеб. Что ты шо? Ребят, кто-нибудь его увидит? Правда я классно спрятался? Обалденно просто. Но нет, уходи, я умоляю тебя, пожалуйста. Он нас очень просит, ребята. Ну мы что? Никого не слушаем. Мы не ведемся. Нам и нужно никогда. Пробраться и узнать секрет Наб-Наба. Мы никогда его не слушаем. Капец, ребята, он так прячется, что мы, блин, в этой одной маленькой комнате его так сложно каждый раз находим. Каждый раз он находит такие места какие-то. Не, ну я вроде уже все обошел. Шериф, хоть чихни там что-нибудь. Вон оно, на облачках сидит. Потолки. Красавчик, ангелочек. Хорошо, я понял, что ты не останешься, не боишься опасностей. Иди в комнату Наб-Наба, я тебе покажу, туда вход только для персонала. Ты не можешь доверять ему, будь осторожен. Хорошо, Тостер, испекешь нам на дорогу тосты? Нет. Все, я могу идти, я открыл тебе двери, ты можешь идти, вали. Я не уверен... Но она выглядит то, что дверь открыта. Ага. Вау. Мы в стену телепортировались. Это же Валеришка. Когда я ее найду уже наконец, надеюсь, она не найдет мой секретный проход. Ого. Ты нам только что его показал. Спасибо тебе. Ребята, будет продолжение. Обязательно напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы мы прошли в секретный проход Наб-Наба. Поддержите лайк, смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка, Максим, Play Games and Family. Все ссылочки внизу в описании под этим роликом. Переходите, мы вас очень любим. Мы стараемся только для вас. У нас самые лучшие. Всем пока-пока.